Искореженные кормушки, глубокие следы зубов на досках, а бруски выдернуты вместе с гвоздями. К такому нападению жители самого центра Павловска оказались не готовы. От бродячих собак свои владения они уже давно огородили, поэтому кто мог напасть на кроликов, даже не догадываются. Дождливая погода могла бы внести ясность, но ведь и следов не осталось. Ну так, внешних повреждений, что порвато, что-то оторвано там было, ну не было. Просто лежали и все. То есть кровь был большой, 7-8 кг. Задушенный? Задушен. Просто вот здесь лежал. Мертвый, как будто спать лег. Жертвами неизвестного животного стали 5 кроликов. Хозяйка обнаружила обескровленные тушки. В соседнем подворье погибли еще 2 кролика вместе с детенышами. И это несмотря на то, что клетки своих питомцев Алексей Уханов закрывает на крючки с фиксаторами. Хотя одной крольчихе выжить все-таки удалось, но у нее осталась расцарапанная мордочка. Сделала контрольно-следовую полосу. На этой контрольно-следовой полосе четко были видны следы копыт. Копытца похожи на лосиные, не такие, как у козы. У козы, у кабана они как бы в сторону расходятся носики. А это были просто как параллельные 2, как фасолинки. Ну, следы где-то так, ну, 8 сантиметров. А люди сразу вспомнили о таинственном звере Чупакабре. Кстати, в нашем регионе о нем уже говорили год назад. В марте 2013-го в селе Семейки Подгоринского района произошла серия загадочных нападений на домашний скот. Тогда местные жители лишились нескольких десятков овец и пары коз. Некоторые селяне даже видели таинственного зверя и опознали его на рисунке из интернета. А похоже такочка, но как лежит, так похоже. Только лапы его такие толстые, здоровые. Правда, приехавшие охотники в тот раз вместо невиданного животного нашли большую стаю собак. А вот кто пугает жителей Павловска, пока остается загадкой. Илья Савчук, Алексей Косенко и Андрей Харяков. Вести, Воронеж.